друзья мои, что это было? Это было преддверие к, собственно, тому видео, которое записывается. Видео посвящается, значит, разности восприятия музыки и вообще ее как бы вот этого того, на что мы смотрим, да, в музыке. Так как музыка это такое огромное как бы тоже понятие, точно так же, как и секухати, как бы некое нам как бы знакомое, да, то есть секухати, вроде как мы знаем, музыка, вроде как мы знаем. Но потом, когда мы начинаем вот это вот раскрывать эти понятия, то оказывается, что мы под этим можем разные подразумевать, разные любить, и разные аспекты этой музыки на нас оказывают впечатление. Вот, и, соответственно, по этому поводу, опять-таки, ведутся всевозможные, значит, дискуссии или споры, или так далее. Кто-то говорит, ой, какой там прекрасный музыкант, а кто-то говорит, ну какой это музыкант, он как музыкант вообще там так себе. Вот, а кто-то приводит аргумент, ну как же, вот же стадион собрался, слушатели и слушали его, или там у него 15 миллионов просмотров. И начинается вот эта вот вечная такая вот туда-сюда. Вот. А из-за чего все? Из-за того, что нет понимания, что именно мы, что на нас воздействует, да, и как воздействует. То есть, действительно, музыка или какой-то, значит, воспроизведение каких-то звуков, оно может быть, ну, абсолютно, там, скажем, минимальным. И в плане, вот если разбирать то, что я сейчас вначале играл, это всего лишь два звука, да? Два звука, которые, по идее, вот так вот может, ну, каждый, да, вот как бы сыграть туда-сюда, туда-сюда. Но как я это сделал? Каким образом? И это уже другая как бы история, да? То есть, и представить еще за мной появятся какие-то спецэффекты, какие-то вспышки, какой-то на мне там мантия, еще что-то. Все это в совокупности даст определенный эффект. Вот. Обработка звука. Но по факту, если мы будем расщеплять, вот что я сыграл просто два звука. Вот. И, скажем, есть музыка очень сложная чисто музыкально, да, то есть там много всяких пассажей, входов, выходов, или какое-то конкретное произведение сложное, вот. Оно, опять-таки, для тех, кто понимает, вот, что сыграть такую музыку, это требует высочайшего уровня от исполнителя, да, то есть это явно за ним стоит огромный талант, огромное вложение вот этой тренировки, так скажем, да, погружения и так далее. И вот мы слушаем именно, в этом случае слушаем именно эту виртуозность, да, что он там... сыграл какой-то пассаж, да, и понятно, что начинающий или какой-то даже не очень начинающий так, там, скажем, не сыграет, да, вот этот вот пассаж. И мы переключаем внимание на, вот в этом случае, на как бы наслаждение, радость и так далее от вот этого переживания, вот этого, вот этой скорости, вот этой вот импульсивности, вот этой вот музыкальности в этом смысле. Вот. А уж какую она будет оказывать, опять-таки, там воздействие, и что там вот опять-таки в этом заложено. Это может быть заложено опять-таки вместе с каким-то шоу, да, с какими-то декорациями, а может быть в чистом виде, то есть внимание все на этом вот самом искусстве, да. Условно, человек может сидеть там, ну, в какой-то там в ушанке, в телогрейке, в валенках там, и при этом играть там, ну, не знаю, гениально там Баха, да, там, допустим. И, соответственно, нам уже вот эта ушанка, там еще это, нам уже как бы не важно. Мы концентрируемся вот на том, как он это делает, и какие вот мы от этого всего переживаем, да, ощущения, эмоции. Вот, и если мы будем сравнивать два вот этих явления, вот так, в лобовую,
то мы ни к чему как бы и не придем, да, то есть, потому что одни будут говорить, да, ну, какой это был чудесный концерт, там, все это так меня вдохновило, я взлетел, там, душа летала, там, или что-то такое, вот, а с той стороны говорит, ну, это все да, но по факту-то он играл всего лишь вот два звука. А тот начинает говорить, нет, вы ничего не понимаете на самом деле, там, и так далее, и так далее, вот, и, но если отстраниться вот от этих всех, тык-тык-тык-тык-тык-тык, и более глубоко, более реально, более как-то вот расширить эти границы, то мы начнем понимать, что просто не умаляя там, допустим, этого воздействия, этого там вот в начале, которое я шаманское там шоу какое-то сыграл, а по факту все равно я сыграл два звука. Да, как я их сыграл, это уже другое дело. Вот. И это тоже требует очень многого, потому что как, опять-таки, вот, ну, много я смотрел всяких тоже интервью, слушал, что там вот какие-то в свое время были там вот советские, там барды, Акуджава, там и так далее. То есть тот же там Высоцкий, по факту он там играл, ну, он там играл какие-то 5 аккордов, больше он там и не знал, там, этот, там, допустим, но он при этом сочинял совершенно там гениальные, выдающиеся всякие песни, да, вот. И это создавало там целый стадион, и его мог слушать, вдохновляться. А люди там, которые музыканты, которые знали всякие там огромное количество там аккордов и тональностей, и обладали знаниями, они не могли понять, да ну как так, да он же играет тут 5 аккордов. Вот. А почему это так происходит? Тот же там, примеры там, ну, много, огромное количество в разных стилях, опять-таки, Цой там, еще какие-то, ну, то есть, тогда, в те времена, вот даже это я свидетель этому, что многие там говорили, ну, какой это примитив там чего-то, вот, слова тоже, земля, солнце, вода, ну, и потом прошло время, уже сейчас признается как, ну, как гений, как выдающийся, потому что проникли вот, ну, более глубоко в это, рассмотрели с разных сторон. Вот, и уже сейчас, опять-таки, симфоническим оркестром делают еще. Вот. Но опять это не то же самое, что классика, да, классическая уже там музыка. Вот, там свои, значит, более сложные структуры, может быть, еще что-то. Вот. И вот в нашей Секухачевой тоже эта вещь, в принципе, присутствует. Потому что, ну, я почему это говорю, там мне, бывает, присылают там какие-то записи и говорят, ой, как вот здорово тут. Ну, а я же слышу, не могу не слышать, да, что там, ну, на самом деле, ну, очень на самом там, так сказать, минимальном уровне у человека развиты там какие-то вот эти способности относительно там традиционной музыки, соответственно, там нет понимания вообще, что такое традиционное, там повешены какие-то эффекты, там еще какие-то, и вот человек слушает и очаровывается, да, допустим, ой, как там здорово, и тут можно опять вот, раньше я пытался объяснять, сейчас я уже просто, ну, просто киваю, говорю, ну, вам понравилось и хорошо. Вот, если только меня человек допытывает, а что, а как, тогда я уже могу там ответить конкретно. Вот. И в то же время человек может слушать, ну, какого-то выдающегося мастера, и вот это вот то, что находится по факту, ну, там, несопоставимых высотах, это как вот... То есть, действительно есть, ну, мастера прям вот выдающиеся там, ну, как вот там в гитарном искусстве, наверное, никто, как абсолютные такие, можно сказать, авторитеты там, допустим, в гитарном искусстве, это Томми Эммануэль, то есть, как бы, выдающийся в техническом и в душевном, и во всех остальных свойствах вот такое вот явление, да, ну, то есть, не скажешь, что он там что-то не знает или это, то есть, он все... Вот. И есть какие-то вот, ну, там, локальные, с локальной какой-то популярностью, а иногда и бывает такие, так сказать, выстреливающие. Но по факту, когда их разбирают с технической позиции, ну, там все оказывается либо
так себе, либо плохо, либо совсем плохо. Вот. Ну, вот там. Зайдите, посмотрите в интернете, если желаете, не буду никакие тут ссылки давать. Вот, найдете. Или уже смотрите, если вы понимаете, о чем речь. То есть, как бы вот мы живем вот в современном мире, где есть возможность это все как бы видеть, в это вслушиваться. Кому нужно, опять-таки, кому нужен. Потому что те, кто просто, вот, ну, так сказать, очарованы, ну, они вот купили билет, пришли и ушли. Вот. А Секухати еще более сложно в том смысле, что, казалось бы, здесь все так вот просто. Какая-то бамбуковая палка, какой-то скос, какие-то дырки. Вроде бы тут вообще все очевидно. Но в этом весь и фокус, в этом вся и загвоздка, что когда ты начинаешь проникать чуть глубже, вот чем просто там, вот человек там что-то такое сыграл, и все, вот как бы казалось бы, вот оно такое вот, вот уже все. Но начинаешь вот только вот раз туда, и понимаешь вот ага, и все больше и больше возникает нюансов, которые, ну, не дают тебе уже вот очароваться этим, потом другим, третьим. И как появляются некие фильтры, которые ты, ну, не можешь от себя отделить. Ну, то есть это как все равно, что ты попробовал, ну, то есть ты пробуешь, значит, ну, просто из какого-то там, из болота воду попробовал, у тебя жажда, ну да, потом ты попробовал из-под крана, уже как-то получше. Потом попробовал родниковую воду, там, из каких-то горных источников. И у тебя уже есть вот этот диапазон, ты начинаешь как бы понимать это различие, да? Вот, не в том смысле, вот, в каком-то там негативном, а просто ты начинаешь это чувствовать, да? То есть в какой-то ситуации, может, тебя и болотная вода спасет, но все равно ты понимаешь, что между болотной водой и горной водой из там Гималаев там, или каких-то других источников есть большая разница и в составе, и в ощущениях, и так далее, и так далее. Вот. И поэтому ты уже просто, ну, если у тебя есть выбор, а он, как показывает практика, на самом-то деле всегда есть, то ты, в принципе, спокойненько идешь к этому горному источнику и пьешь эту воду. Потому что болотная тебя уже, ну, не привлекает, да. А вот. И, ну, это такие немножко дурацкие примеры, как будто бы мы говорим о каких-то плохих вещах, хотя игра там на флейте, это, естественно, как это сказать, это в целом хорошее такое направление, какой бы там, какой бы ни был, так сказать, звук и так далее. Вот. Но с другой стороны, иногда бывает, люди, мне кажется, ну, просто не могут вот почувствовать этого, ну, как некой своей неготовности, да, то есть начинают сразу транслировать, особенно в современном мире, то есть еще не поняв, не разобравшись, не проникнув, начинают транслировать как бы сразу, мгновенно. Вот, это такое вот, ну, опять-таки, неизбежность некая современного мира. Вот, но тот, кто вот подальше, поглубже проникает в этом отношении, то есть начинает самофильтроваться, так скажем, да, то есть, когда человек, ага, и он послушает, начинает соотносить и понимает, что, ну, я не готов, да, ну, вот к этому, то есть, даже я, скажем, спустя 20 лет какого-то посвящения, и то во многих вещах я так чувствую, что, ну, для себя я не чувствую вот этого такого, какого-то уровня, и поэтому лучше не буду даже за это браться спустя 20 лет. А некоторые спустя 20 минут уже готовы на сцену, так сказать, выбежать. И выбегают. Вот. Поэтому это тоже такое вот, ну, кто как себя ощущает. Поэтому всех таких мощнейших людей, которых я знал и знаю там, они, как правило, всегда такие вот, ну, как бы с какой-то повышенной даже вот этой скромностью, да. Вот, хотя способны на многое. Но вот так мир устроен. Вот. Вот эти вот нюансы, да, то есть в Секухати это вообще, это как
Это как другая такая параллельные вселенные такие наслоения, да, то есть как невидимые вот невидимые миры, можно сказать, внутри этого всего. То есть они зашифрованы вот этой очевидностью, да, казалось бы, ну что, ну вот, ну пальчик так, вот так, и все, казалось бы, и все, вот, как на пианино, да, вроде нажал клавишу, и вроде бы как вот и все. Но по факту это только всего лишь вообще вот первый там какой-то маленький шажок. А вот дальше все это вот начинается, открывается и сверкает огромным разнообразием. Вот. А так что вот такое наблюдение, друзья мои, такое наблюдение. Поэтому, если вы уже немножечко проникли в это вот всекухачевое пространство, попробуйте приглядеться, да, то есть не вот не воспринимать все так, ну, так, как вы воспринимаете, да, то есть вот вы услышали какую-то, ой, как здорово, ну, возможно, просто то, что вы считаете здорово, это не, ну, это просто там, ну, какой-то объем, какой-то холл, какая-то другая история, не связанная на самом деле с этой секухати. Может быть, по большому счету там звучит вообще даже не секухати, а вы, так сказать, думая, что вот секухати, что это секухати, вы воспринимаете, ой, как здорово, красиво, но тут вот такое бывает, такое бывало довольно-таки часто, когда мне присылают записи, говорят, ой, какая прекрасная секухати, люблю ее, слушаю. Потом присылает, а там какой-нибудь дудук звучит или что-нибудь еще. Вот. Не менее прекрасный инструмент, безусловно. Но как бы все-таки к секухати это не имеет отношения. Вот. И вот такая вот история. Просто заметочка. Просто вот посмотрите, послушайте. Немножко смените точку сборки, да, то есть выйдите из своей вот этой привычной и посмотрите под другим углом. Вот о чем я говорю. Не о том, что там что-то не так, что-то плохо, кто-то не прав. Вот вообще об этих вещах я постоянно вынужден напоминать, что я об этих вещах вообще не говорю. То есть все молодцы, то есть играете там, сыграли один звук, отлично. В руки взяли флейту, это уже отлично. Но не стоит, опять-таки, вот как на чаше весов, да, не стоит вот куда-то там перегибаться, да, то есть именно срединный путь, как говорил товарищ Будда, да, то есть канатоходец идет, пока он держит вот этот баланс, как только он в одну сторону, он падает, в другую сторону падает. То есть то же самое и в этом нашем секухачевом бамбуковом, значит, пути мы вот держим этот баланс, если хотим, так сказать, по-дзенски подходить. Вот. Ну, если не хотим, как говорится, тут ничего не поделаешь. Так что, друзья мои, играйте на всякую хати.